Приветствую всех на канале Девкладоискатель. Снова мы в Воронежской земле. И сегодня будет первый коп после долгого перерыва. Тут еще дожди были, сейчас ураганный ветер, блин. Капец. Ну, вроде не обещали дождь сегодня. И проблема в чем? Нигде сейчас не проедешь практически после двух недель дождей. Ну, так что едем там, куда можно проехать, где мы 150 раз ходили. Посмотрим, погуляем. И сейчас, наверное, придется на уши ходить. Вообще сигнал не будет слышно из-за ветра. Ждем находок. Решено было далеко не ехать. Приехали в близлежащий лесок. Блин, смотрите, какая трава уже здесь высоченная, здесь цветы. Ну, походим. Погуляем. Подышим свежим воздухом, а вот что и найдем. Держим за меня кулачки. И ждем находок. Красота в лесу в это время. Птички поют. Трава не очень высокая, гнуса нет. Цветочки. Воздух свежий. Красота. Не хватает только находок еще. Для полного дзена. Ну ничего, не будет находок, вы это видео не увидите, к сожалению. Ходим, гуляем, дышим свежим воздухом, отдыхаем. Много проволоки, пробок. Ну вот, попробуем, давайте выкупить в онлайне вот такой. 26-28. Скорее всего, наверное, какая-то крупная алюминиевая штука. Но может и крупная империя. Сейчас узнаем. Что это такое? Ну, звенит, вы слышали как. О, что-то мелкое, я думал, крупное. Что это такое? Вот так вот, это медяха такая, орёт капец. Двигаемся дальше. Снова дошел до этой трубы. Никто еще ее не выкопал. Да проблемка, она тяжеленная. Тут нужен газовый резак, чтобы вырезать ее. Не знаю, сколько она тут еще пролежит. Но валандать с ней что-то нет никакого желания. Идем дальше. Четкий сигнальчик 12 был. Наконец-то у нас первая монета. Это у нас щитовичок 20 копеек. Сохранчик бомба. Как и следует для этого леса. Так, где тут наше солнышко? Смотрите, что. 32-й год. Красота. Да. Московским тверским землям такие сохраны не снились. Чпок. Первая монета есть. В той же ямке был сигнал 6-7. Выкопал. Стал четкий 9. И это, скорее всего, у нас тоже монетка. Тоже монетка, походу. Ну, большая вероятность, когда рядом. Уже найдена монета. Может, конечно, и не монета быть. Что это такое? Да что ж такое-то, блин? Порой, блин, сложно большой катушкой, конечно, найти.
Ну и чё? Где ты? Точно, монета. Так, монетка. Это у нас здесь копеек. Рамочник на этот раз. Так, сейчас посмотрим, что это у нас тут такое. Ух ты, какой сохранчик-то. Так, 1900. Что-то не вижу. Пятьдесят пятый, что ли? Смотрите, какой сохран. Бомба! Второй монитос. Чпок. Опаньки. 19-20, я уже вижу это. Вот он лежит. Вот он на ребре. И все равно его выцепил. Прибор. Пятачок. Сохран бомбический. Так. 1000. Сейчас узнаем. 1940-й, по-моему. Опаньки. Третий монитос. Двигаемся дальше, как обычно. Ну, какая-никакая находка. Сигнал был 17-18. Гильза. Вполне о таком сохранчике нормальном, если очистить, вполне в коллекцию может пойдет. Еще одна находка. Еще один мощнейший сигнал был 27-28. Думаю, неужели империя? Ну, можно сказать, что империя. Смотрите, медная пряжка такая. Целенькая. Можно использовать. Для реконструкторов. Прям самое то. Находка получше, чем гильза. Двигаемся дальше. Вот шел-шел и решил показать. Смотрите, на небольшом пятачке какое разнообразие цветов. Вот такие. Не знаю, как они называются. Вот такие. Вот такие беленькие. Вот такие. Красота! Кто знает, может рассказать, что это за цветочки. Ну вообще, мечта поэта. На этом, пожалуй, все. Погуляли, подышали свежим воздухом, кабачья. Ну и что-то накопали. Ну, не густо, как говорится, но и не пусто. Три монетки. Пятачок, 20 копеек. Щитовик и 10 копеек рамочник. Две пряжки и гильза. Как-то так. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки. Подписываемся на канал Див Кладоискатель.